Во-первых, команду вот сейчас перед началом тренировки поддержал. Сказал, что мы, понятно, верим в нашу команду. Сказал, что они, чтобы они знали, что вообще развитие футбола в Красноярском крае. Уделяем большое внимание. Хотим, чтобы очень много мальчишек, девчонок разных уровней, там, команд участвовало. Но все понимают, что самая главная команда Красноярского края – это футбольный клуб «Енисей». Поэтому на них тоже лежит ответственность. Они должны понимать и чувствовать, что надо выигрывать. Это самое главное, когда воодушевление там, у всех, стремление вообще играть, стремление побеждать и у мальчишек, и у девчонок. Поэтому, конечно, хочу, чтобы первый матч сложился как после большого перерыва. Поэтому желаю, и вообще задачи пока ставим, конечно, достойное место в ФНЛ. Вот, но там по результатам этого сезона уже будем дальнейшие планы ставить. Поэтому вот, собственно, для этого. Ну и хотел сказать, познакомиться со спортивным директором Антоном Еменовым, но я его знаю еще с малых лет, еще дружил с его отцом, и, конечно, рад, что он как специалист, думаю, поможет нам, потому что очень важным, конечно, является комплектование команды. И дело даже не только в ресурсах, вот, а еще и в правильном подборе игроков по линиям там, и так далее. Поэтому, ну что, удачи и неси. Губернатор на вчерашнем президиуме сказал, что готовится указ. В скором времени он будет подписан. Ну, предположительно, с марта месяца на трибуны можно будет заполнять на 75%. Я думаю, что через какое-то время, надеюсь на это, значит, восстановится нормальная мирная жизнь, и когда можно будет все трибуны заполнять. Конечно, мы этого ждем. Ну, первое впечатление, что я прилетел сюда и здесь плюс 4 часа. Я особо как бы в режим еще не вошел, еще тяжело. Но у меня есть время адаптироваться. Команда меня приняла тепло, как бы нет никаких ограничений, поэтому все открыты для разговоров. Если что-то нужно спросить, всегда можно это сделать. Здесь игроки есть, которые играли в премьер-лиге, и команда как бы стабильно играет ФНЛ. Плюс команда в премьер-лиге выступала, поэтому уровень команды очень высокий. Здесь нужно стараться, выкладываться на 100%, и все получится. Выйти, показать, как умею играть, больше ничего. И главное, тренироваться на 100%, даже на 110%, все нормально будет. Болельщики, зову вас на первую игру. Приходите поддержать нашу команду. Вперед, Енисей! На сборах поработали хорошо, и сейчас уже вот подходим уже к финишной прямой. Все уже настроены на 27 число, чтобы уже выйти, все сконцентрировано и набирать очки. Мы уже к Алгарю готовились на сборах, поэтому как бы все уже все знают. И тактически работали, и физически тоже уже считаю, что процентов на 80 команда готова уже. Да, знаю, что команда заканчивала чемпионат первый круг без болельщиков, вот. Было сложно, я и с братом общался по этому поводу, вот. И сейчас разрешили играть, опять же, да, сколько, 50%, да, с 50% болельщиков, вот. Я думаю, это всегда плюс команде, поддержка, они будут гнать вперед, как бы, и их нужно будет порадовать. Всем пожелать нервов побольше, потому что все равно первая игра после отпуска, как бы, все равно немножко где-то, может быть, волнение будет присутствовать, там, и у них за телевизором, и здесь на трибунах, как бы, и... Поэтому набраться терпения, как бы верить в команду, и все будет, я уверен, хорошо. Да, в принципе, все хорошо. Ощущаю себя тоже комфортно. Коллектив здесь хороший, поэтому с этим проблем не было, чтобы быстро влиться. Поэтому все нормально, все идет своим чередом. Я уже сколько, может, недели 2-3 тренируюсь с командой, поэтому уже какие-то азы, все понятно. Я думаю, усилить, выйти на замену в первой игре я смогу на 100%. Прежде всего, мы играем для болельщиков, для родных, для близких. Поэтому, ну и сама атмосфера,
Я думаю, это очень важная составляющая вещь в футболе. Я думаю, что мы отблагодарим их и порадуем своей хорошей игрой и результатом. Ну, если именно про погоду говорить, то как бы привыкать особо не надо, потому что и в Екатеринбурге была плюс-минус похожая, и я сам с Барнаула родом. Там как бы климат, можно сказать, одинаковый. И вот. А насчет города пока не успел никуда сходить даже толком. Только манеж, тренировки, и все, пока времени не было. Вообще манеж, я даже удивился, если честно. Тут и баня, тренажерка, поле хорошее, все есть для полноценной работы. Тоже хороший коллектив, как бы, некоторых ребят знал уже. Ну, тоже с адаптацией, я думаю, проблем не будет. Ну, уже нету, как бы нормально влился, все хорошо в этом плане. Главный тренер вызвал к себе, как только перешел в команду, объяснил требования. Как бы, ну, понятно, еще нужны какие-то связи наиграть игровые. А так, в принципе, требования понятны. Такая ситуация получилась, что решил, что нужна игровая практика, как бы, а в РПЛ пока, ну, тяжело ее получить. И, ну, хорошая команда, боеспособный коллектив, как бы, наслышан о тренерском штабе неплохо. Поэтому долго не думал. Ну, я оценю себя хорошо, посмотрим, как тренерский штаб оценивает. Надеюсь, что удастся дебютировать. Ну, пожелаю, наверное, в первую очередь здоровья им, потому что всем важно здоровье. Ну и поддерживать нас, мы будем стараться радовать вас нашей игрой, победами и результатами. Ну, во-первых, рад, что вернулся. Получилось набраться игрового времени там. Приехал сюда доказывать то, что я могу здесь на этом уровне играть и расти как футболист. Отработали все хорошо на сборах, так что готовы, я считаю, полностью к игре. Да, и получается, вот сейчас, думаю, надо сразу принести победу в первой же игре после первой части, во вторую заходить с победы. Зора будет не хватать, конечно. Ну, постараемся все сделать, чтобы победить и реализовать все моменты в атаке. Это, я считаю, с детства у нас мечта такая, то, что все время здесь и хотелось, ну, сыграть за главную команду. Вот сейчас предстоит возможность, надеюсь, я выйду и забью гол.